Владивостокские спортсмены готовятся к предстоящим играм Дети Азии. Один из них – Лев Кравченко, единственный пловец из Приморья, который отправится на международные соревнования в составе дальневосточной сборной. Тренировки у нас проходят в спортзале и в бассейне. Обычно их 7-6 в неделю, перед соревнованиями бывает 2 раза в день. Мне кажется, что игры – это будет грандиозное мероприятие. Я жду от них хорошей организации, красивой церемонии открытия. Ну, я еду туда за победой. Чтобы победить, нужно иметь хорошую физическую подготовку, хороший психологический настрой и немного удачи. Сейчас он как кандидат в мастера спорта приближается к званию мастер спорта, очень надеется его выполнить в ближайшее время. Он единственный пловец от Приморского края в сборной ДВФО. И, безусловно, родители испытывают гордость за своих детей, когда они делают такие успехи. Конечно, настрой только на победу. Международные спортивные игры «Дети Азии» пройдут на своей исторической родине в Якутске с 25 июня по 7 июля. Напряженные баталии развернутся в 24 видах спорта – художественной гимнастике, плавании, шахматах, кикбоксинге и других. Олег Завьялов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.